Ветеранам Великой Отечественной новое жилье. Губернатор Сергей Ястребов сегодня провел совещание с исполняющим обязанности мэра Ярославля Александром Нечаевым и директором Департамента финансов Ярославской области Николаем Долговым. В преддверии 70-летия Великой Победы решался вопрос об улучшении жилищных условий ветеранов. Накануне в Ярославскую область поступили федеральные деньги – более 93 миллионов рублей. В планах в ближайшее время обеспечить жильем 69 ярославских ветеранов, в том числе и Валентина Андреевича Мезенцева, о котором мы рассказывали в сюжетах программы. Сейчас Валентин Андреевич вынужден проживать в полуразрушенном доме без каких-либо удобств. Та проблема, которая недавно поднималась средства массовой информации по одному ветерану, это Мезенцеву, я считаю, что при принятии вот этих решений будет решена. Ну, именно с вводом нового порядка, я думаю, что Валентин Андреевич получит жилье к празднику Победы. Спасибо. Так что прошу обеспечить контроль.